мы проиграли игру, не проиграли серию, как бы будем стараться исправить положение, биться. Разберите свой бой, пожалуйста, в конце пропустили, что не так пошло? Что сейчас? Бой, драка, в конце пропустили. Ну, в смысле, обычная драка, не повезло, не знаю, у меня вообще первая драка на льду такая была, ну, серьезная, поэтому с опытом придет, будем выигрывать. Вы на детском уровне тоже не дрались? На детском дрался, но там что, сами понимаете, в крагах, в сетке, ничего серьезного. Эмоциональный заряд после этой драки какой-то получил? Самое главное, чтобы команда получила этот настрой эмоциональный, сделали задел, я считаю, на следующую игру. Победили, считаю, в характере. Будем дальше так же продолжать. Сидели на скамейке весь матч, на последнюю смену вас выпускают. С какими словами? С какими словами могут выпустить на 2 секунды? Так, сделать задел на следующий игру. Ну, вы весь сезон, ну, весь плей-офф находитесь в команде. Вообще чувствуете, какая атмосфера в Салавате? Команда очень хорошая, дружная. Ну, готова завоевывать большие результаты, кубок. Поэтому атмосфера суперская.